Давай флаг тоже. Ну. Ты забирай, я забираю. Хочется сказать, что тяжелейшим испытанием для пограничных войск СССР стало начало Великой Отечественной войны. Вносится флаг Российской Федерации, флаг Победы, флаг Краснознаменного Западного пограничного округа. Приветствовать на нашей Ачинской земле участников эстафеты «Знамя Победы». Мы очень благодарны за ту большую и добрую работу, которую они делают, за то, что они влияют на развитие наших юношей в патриотизме и к любови к родине. Ачинцы вам благодарны за то, что вы посетили нас. Я желаю вам счастливого пути. Прежде всего, молодое поколение, вы должны помнить подвиг зеленых фуражек. Вы должны помнить тех, кто сделал все для того, чтобы этот праздник сегодня состоялся. И наша общая цель и задача – помнить подвиг старшего поколения и гордиться этим подвигом. Ну а вам большое спасибо за эту акцию, за то, что вы лишний раз напоминаете молодому поколению, что мир, его нужно защищать с кулаками. В добрый путь вам! Цель этой эстафеты – пронести по всем регионам Российской Федерации. Инициатором является общественное движение пограничников. Акция заканчивается 22 июня в Бресте. Вот, знаменная группа, которую вот нам проносили, в том числе наше знамя, будет потом в дальнейшем передана на хранение.